Челлендж. Найти приемлемую песню Godsmack объявляется открытым. Это тоже кал. Гитарист потешен, но в остальном вроде неплохо. С 1.30 до конца. Спасибо за матч, я посмотрю. Пока полный кал. Танкеанообразный какой-то. То есть самая тупая мелодия, которую мы обретаем. То есть хуже мелодию трудно себе представить. Мелодию реально придумал трехлетний ребенок. Вот сказали, допустим, Витечка, придумай вокальную мелодию. И он... То есть это просто полный провал. Ужасное говно. Я не знаю, это просто ультрапозор. Я не понимаю, как можно было такое сесть и придумать на серьезных щах, что типа, ребят, давайте напишем песню. Прям собралась команда, все. Гитарист начал какую-то подночь там тренькать какой-то. И все, вдруг. То есть вон готова песня, ёпта, Serenity называется. Все, пожалуйста, Serenity. Какие-то афганские похороны. Ужасно. Просто говно, а не песня. Полное говно. Я вообще не знаю, как это можно, в принципе, считать песней. Это какой-то даже... Ну, реально какой-то вот набросок на похороны, да. Полное обсерить.